Мултан, серия «Лютая атака советских позиций». Погнали! Теперь-то можно... Да, помним! До свидания, Фёдор! Сейчас! Ну и ну, легендарный Фердинанд снова в строю! Да! Так точно, мой владыка! Ты сам его... ...лучшим в своём исполнении! Ты сам... Левиафан сам его на свалку отправил. Готов гомить, ага. Сколько еще дней вам понадобится? Победа уже и гадом. Наши доблестные войска уничтожили десятки советских монстров. А каковы наши потери? Потерь нет, мой победитель. Чего? Все идет по плану. Слышь, вас там, мягко говоря, там обманули. Как бы минус Ямамото был. И булы. Чё? Это какой-то сразу бы... Ага, косил еще. Ещё слишком далеко. Снарядов мало. Продолжаю сближение. Красавчик. Стреляй. Чего же ты ждёшь, ржавый кусок металла? Слышь, я б тебе на твоем месте бы так сильно бы не говорил. Ай. Лихо он мне умазал, а теперь я проверю его броню. Ну-ка, не коси, не коси. И... На! Достойный противник, битва будет жаркой. Ага, жаркой, тебя поджарят. Бараний рог свернут. Фух. Осталось два снаряда. Я не имею права на промах. Нужно еще сблизиться. Так, товарищ, пельмешек. Мы уже здесь. Поднасыпем этому захватчику. Красавчик, давай. Пока... ВК-44 и РАТО против советских танков. Тунц. Погнали. Так, стоп, я какой-то сей пропустил. Ну, скорее всего, нет. Так, это вот тут еще. На. Блин, похоже на оборону крепости у Home Animations. Так, тут только три автовода, как по мне, тащат. Уничтожают вот этих вот немецких пешек. Ну вот все, тащило автоводов тоже уничтожили. Ага, получил в рожу. Иди к мамочке. Фу! Фараон! На! Ага. Продолжение следует. У Animation Fox наконец-то выздоровел, с чем я его, конечно же, поздравляю. Желаю, чтобы он больше не болел. И он выпустил новую серию «Каторжник». Погнали. Эх, даже заставку больше проматывать не буду. Ну а предыдущий сей буду. Ага, тот послал. Совет, короче, его послали нахрен. Нужно разработать стратегию. Действительно. Понять следующие шаги тьмы. Угу. Подойди, Левиафан. Ну-ка. Что интересно будет? Ну-ка. Ну-ка. Сын мой. Сын. Когда придет время, не развяжи узел ненависти. Не разделяй единое. Ага. Тот его полностью исцелил.
Блин, как не привычно тебе видеть старый дизайн Левиафана. Ну как скажем, старый обновленный. Денис, есть идеи? Ну-ка. Есть одна. Какая же ж? Мы можем надавить на слабое место. Какой же ж? Что? Каин? Что произошло? Такой же вопрос. Даже смерть офигел. Ваше первое знакомство с тьмой. Никогда не снимайте их. Ага, берите, типа. А как же Каин? Он один из нас. Ну все. Разумеется. Мы вернем и Каина, и Гундира. Ого! Готовьтесь, дети мои. А как? Вы будете жить как в аду. Мы справимся. Ага. И брата я верну. Так, вот гады всех мастей. Так, что тут они делают? А, все называются каторжник. Его призывают. Добро пожаловать, каторжник. Где мои сыновья? Стоп! Стоп, стоп, стоп. Каторжник, у него дети, устрашитель и уравнитель. Вроде так. Так, я вспомнил. Я хотел сказать то, что каторжник это типа замена Люцифера. Смотри. Отец. А. Что-то не пона... Почему так долго? А, типа... На... Были некоторые сложности. Где? Ага. Бездарные. Чтобы вы сдохли. Что-то Асмодел даже приофигел. Привет, ребята. Гигант выпустил трейлер 8 сезона. Ну как скажем, делал даже прямую трансляцию. Погнали. Посмотрим, что там набрехал нам Гигант. Учитывая то, что сколько от этого не попадало в сезоны. Так, погнали. Ага. Паровоз. А, это Англия. Матильда Папа. Так, а что-то они там болтают. Все ясно, все ясно. О, наконец-то будут этот танк ремонтировать. Корпус, точнее. Вафля и ЛТГ. Они стали вместе работать. Так, вот КВ-44. Они тут что-то вместе с Левиафаном делают. Походу, Рата все-таки рип. Грозный? Не понял! Ага, этого ваты отправляют. Так, а тут что? Американцы? Немцы? Так. О, инженеры собрались вместе. Так. Ага, возмездие. Так, вот карты. 8 сезон. Ну, слушайте, пока что ничего прям такого прям сверхъестественного, то, что не попало в 8 сезон, я пока что не увидел.